Так, короче, значит, смотрим, э -э ребят, ну мне, мне водка ответила. <связать> <связать> так, тихо, мне очень много брендов ответили. Так, let's go, поехали. Давайте э с Кию. Ну, мы видели вчера Кию. Вот розовый кролик мне ответил. Очень при, вот я э очень приятно видеть вашу идейность и отзывчивость. Хотелось бы только уточнить э формат первого абзаца вашего сообщения. Вы планируете использовать бард в качестве чего? Формата 18 плюс? Да. Да нет, я, я хочу чисто вагину, чтобы, блядь, Формат что? 18, плюс. чтобы... Блядь, б... это то же самое, знаешь, прийти в какой-нибудь алкогольный магазин и тебя спросят, а вы бухать будете? Да, 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 типа понял, такой тупой вопрос, блять. В формате 18+, плюс, э, в формате 12-. Формат минус. 0+. Пеги 16. Ну что, блядь, Яндекс Еда. Здравствуйте, интересует вопрос, за что вы Павла Кулакова. Он даже не знает, за что сейчас такой скандал, ученю промокодов не хватит. Так, здравствуйте, хотели бы разобраться в ситуации, могли бы вы уточнить касательно данного случая более подробно? А, Павел Павел Кулаков, он пропал, он сегодня не пришел на стрим. Это человек, который работал в Яндекс-курьере, я решил за него спросить, меня спросили более подробно об этом случае, но Павел Кулаков пропал, поэтому, блядь, это не актуально. Так, Spotify я спросил. А, привет, напиши, пожалуйста, нам в техподдержку, разберемся. Ага, О. понял. Без опрошенных данных не сможем проверить, предоставлю вам полную консультацию. Да и похуй. Так, ребят, я, я рассчитывал, я писал проп этом для того, что, ребят, я могу вам ключи отдать, хотите? Ну, типа, я разработчикам Пропнайта ски хотел скинуть им ключи свои. что они мне ответили? Доброе время суток. Здорово, ключи на ваши Если вас интересуют ключи, вы можете написать инфо, и мы можем рады мы будем рады поделиться с вами. Так, видео Что? Я скинул им номер, они восстановили мне 1505 бонусов. Что? Бля, я ради рофла вообще типа туда написал. Да, бля, походу слышишь, походу тема нормальная. Абуз бонусов им видео. Благодарю. 1505 бонусов это рубли, по идее. Благодарим за интерес нашей компании и желание с нами поработать. Просим вам прислать коммерческое так, если оно заинтересует. Эх, фу, бля, душно. Напиши адрес для доставки. Блять, я забыл нахуй. О, хрустим. Халява, давай. Так, МТС Хоум. Добрый день. Мы предоставляем услуги только в Москве и Московской области. Рекомендуем обратиться к коллегам из МТС. Ну, Понятно. Душно, немножко. да. Так, хорошо. Душнило, душнило. Данон, добрый день. Линейка скелетоны была снята с производства около 7 лет назад, однако не стоит расстраиваться среди продукции. Данон есть. Тихо, есть очень много других. Кисломолочных продуктов для детей и взрослых на любой вкус. Уверены, что вы найдете достойную нет, альтернативу нет, скелетонам. Нет, скелетонов нихуя нет, не да, Лучше скелетонов это... ничего не будет. Вы, вы лишили меня детства. Я огорчен Все, я ответил. Добрячок! По твоей технике так, звездочку я спрашивал, какого хуя я не могу открыть их крышку, потому что, блядь, ну это полный пиздец. И, э, я даже лего так не могу открыть. Что? Так, здравствуйте, мы открываем спокойно, наверное, привыкли. Если есть сложности, попробуйте бальзам в жидкостном виде, бальзам 16 грамм, он с, отв... с отвинчивающейся крышечкой. Так. Смотрите, смог, блядь, чел, типа, открыл. Сейчас покажу. такая звездочка только что купил в аптеке. Есть два способа, мужской и женский. Первый показываю мужской. Нужно с двух сторон вот так вот надавить на баночку. И все отлично открывается. Обратно плотненько все закрываем. И теперь показываю женский способ. Значит, нужно надавить на твердую поверхность вот так и Очень хорошо, что Бальзам-Звезда рассказал, как эта, блядь, крышечка тебе въебала, отлетит, блядь, под давлением. Ну да. элементарно открывается. Ну спасибо. Я 26 лет раз. Благодарю. Вы очень добры. <свят> так, Realme. Здравствуйте. У нас часто проводят конкурсы. Участвуйте. Возможно... Ну ты ебать дурак, что ли, блядь? Осуждаю. Ну это тут надо мячик скинуть. <свят> 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 так, Немиров отправил вам сообщение. <свят> добрый день, спасибо за внимание к бренду. Вы можете, пожалуйста, начнем, каком именно продукте вы спрашиваете. Немиров Хани Пеппер, Немиров Делюкс Хани Пеппер. Куда дели перчик? Я влечился, блядь. Ребят, блядь, а какое именно издание, блядь, Немирова, нахуй, где был перчик? Я забыл, ну, где вот был перчик. Два с перчиками. Да, бля, я просто ради прикола спросил. Роял Канин. Так, я им писал, что ваш корм вкуснее, чем у Вискаса. Спасибо, всей семьей питаемся. Типа, что-то в этом стиле. У вас очень вкусный паштет, типа. Здравствуйте, мы очень рады. Здравствуйте, мы очень рады, что паштет нравится. А, я угадал. Ну и ладно, спасибо большое, но у вас очень вкусный паш... Блядь, да пиздец, но ну он неправильно понял, алло, он неправильно понял. Так, здравствуйте. Чем мы можем вам помочь? Ну я же... Ну я же... На... Так, ребят, ну надо... Я надо на вот это скинем офой нахуй, скинем офой нахуй. Вот это. Скиньте, пожалуйста, в чат. А Это реально китайский? Да нет, блядь, ну. Так, смотрим, что там сот, блядь, не ответил. Так, э, народ волнуется. Сот мне отправил. Брат, напиши братишкину, чтобы Ford Focus 1337 модро дал. Я его все ебал, 4 года на него потратил, и все зрение, блядь. И там сверху на... он написал: Народ волнуется. Народ волнуется, блядь. Чел, я тебе серьезно говорю, блядь. Что-то с поддержки вообще кек вот этот, блядь. Слушай, а у меня вопрос: а вот нахуя ему аккаунт? Так, я еще у Дайсона спросил, где, блядь, их фен ебаный? Ну-ка, поехали. Добрый день. Приносим извинения за долгий ответ. Сейчас наличие есть только кастомизированные стайлеры для волос короткой и средней ну, длины. Предлагаем вам ознакомиться я с, я с ними. Оформить заказ покажу, можно на нашем я сайте я. или написав нам в этом чате. варп. Это ну я и... и Бля, походу, слышите, ссылка, ребят, для кого Дайсон, если кому-то нужен. Бля, не шучу. Короче, вот, блядь, видимо, есть наличие, как он написал. Так не, это на какая-то альтернатива. Это, а хотя да, это, по-моему, альтернатива ебаная, нет? Это же не стайлер нихуя, это airп какой-то, блядь. Слушайте, у меня не грузят ссылку. Бля, вы чё, сайт ему ронили, ебать? Смотри, блядь, он мне меточку, нахуй, воткнул, ебать. Он мне меточку UTM, блядь, воткнул. Ты представляешь, нахуй, козел? Спасибо за рефералочку, друг, блядь. Спасибо за ревку. За ревку, друг. Нихуя. Друг... Пофармил, слушай, ты пиздец, вся... да, типа, Ебайте, он, ты, же... Чувак, денег, он да? же. Он же повышение получит за то, что, блядь, по ревкам переход. Ебать, ребят. 5.43, блядь! Короче, на Новый год охуенный подарок для вашей женщины. Она должна вам в попу дать за это. Цените работу, блядь. Спасибо за обращение. Да ты заебал, блядь. Ты видел, что мне, блядь, происходило вообще? Типу я он спамит, блядь. Он реально да, мне спамил, да, блядь. Да, да. Ну, да. Что ты заебался, блядь? Так, если уже не актуально, заявку за... я закрою, блядь. Такое ощущение, что я собрался, блядь, гуль. Так, гигборд я еще писал. Мы сотрудничаем с стримерами, но опыта пока мало. Инфу передадим ребятам, если какие-то предложения, пожелания, будем рады услышать. Че? Я тебя тоже кручу. За хуйня, а за мемчик снизу? Как насчет интернет свадьбы? Вов, ты чё стремаешься-то, охуел? Погоди, блять, А, сука, ебать, это от лица клавиатуры мне написали. Я думал, я в имя попал, блядь. Типа, ее Клава зовут. Так, хорошо. Тихо, блять, что? Мы вас... Да. Мы вас видим и точка, знаешь, обиделся. А я, между прочим, у вас в магазине был, между прочим. Я покупал у вас сакуру для своей девушки за сколько-денег. то Так вот, я уже немножко, мы ее немножко уже водой залили, но я сам смог отремонтировать. Вот тоже хочу клавиатуру себе. Сейчас красава пошел нахуй. Так не напишут, ты что? Приходите еще. Приду только за подгон, правда? Только за подгон. Кстати, если что, у них там магазин и одновременно сервис. Сразу. Вам там вы можете прийти, пощупать какую-то клаву, э, которая вам понравится. Э, Может, лично тет-ате. Окей. И смайлик такой еще. Окей, это, конечно, да. Короче, там можно, мы приходили, щупали клавы. Там какая вам угодно, вам какие угодно свечи поставят То есть под заказом Просто приходите и все, бля, охуенно. У нас еще поставка приедет, приходите. О, все, ребят, я приду! Я приду. Короче, можете загуглить. Придете в э, новые марвармилы. Бля, охуенно! Короче, это топовые клавы, если что, они стоят, ебать, э, очень много, если что. Поэтому я и хочу бартер, понимаете? Они много стоят. Sorry, компания Logitech, я честно скажу. Но такой клавы ни, никто не делает. Все, короче, пойдем дальше. В общем, мы. Э, Блин, отлично, но гигбордсы, красавцы, мне понравилось. А они стрим-снайпели, правда. Да, они такие стрим-снайперы сидят. А это все так понимаю, больше никакие бренды. Да, но мне больше не ответили никто, да, к сожалению. Ну, это и так угарно. Так. А вы по. Бартеру ставите Алкоголь? Так нельзя же на Твичу. Ну да, нельзя, и что? В Инстаграме там можно, блядь. Вообще, в принципе, реклама алкоголя запрещена у нас в стране. Но тебе же никто не говорит, бля, иди покупай немиров это же полная хуйня, нет. Ты просто пьешь его и все, они уже рады, блядь. А что вы набираете, не отвечаете? Я не понял, я все видел. Я играю, смотрю стрим, прости. На работе играете? Это ужас вообще, кошмар. Как так можно? играет и смотрит стрим. А во что играете, девушка? Там девушка, по-моему. Я... Там, по-моему, девушка сидит, насколько я помню. Мы до восьми вечера. Пожалуйста, не говорите, что это Геншин Impact. Пожалуйста, не говорите мне, что это Геншин Impact. Так, сначала текст набирался, потом он перестал набираться. Короче, ребят, мне вот за такие ответы не впадло, блядь, ссылку скинуть на самом деле. Вот, держите, можете пообщаться, там женщине скучно, видите, всем отвечает, нормально. Сейчас пойдем в Лиге Легенд, расслабляемся. расслабляемся. О, не, ребят, я не приду, я дотер реально, все, пока. Блять. Все, ну это пиздец. Это Один... вообще как, у вас там Team Spirit на фотке в инстаграме, а вы, блядь, в лол играете.